Очередная посылка из Китая, и такую посылку я получаю первый раз. Вот здесь вот сверху наклеена наклейка, на которой написано «Укрпошта Экспресс». Такое я встречаю первый раз. Оказывается, в Укрпочте тоже есть экспресс. И наклейка наклеена, как на новой почте. Вот сверху наклеивают на китайскую наклейку. Здесь точно так наклеено. И я не мог понять, что это за посылка. Потому что трек номера я китайского не видел. По трек номеру, который вот находится вот здесь, мне выбивается, что посылка с Киева шла ко мне. Кстати, дошла по трекеру за 4 дня, якобы ее получил. На самом деле за 5. На следующий день мне вручили, после того, как на отделение получили. Но сейчас не об этом. Я не мог понять, что это за посылка. И потом уже на ощупь, когда начал щупать, догадался, что здесь находится монтажный столик. Почему я не мог понять, что здесь находится? Потому что монтажный столик мне написал продавец, что отправил SF-экспрессом, а не Укрпочтой. Поэтому я не ожидал получить его по Укрпочте и понятия не имел, что это за посылка, которая пришла мне Укрпочтой. При том, что смотрите, такой вот прикол. Там в середине что-то телепается. На ощупь я пощупал, коробка помята конкретно. Пакетик даже без пупырок, и ничем он не обвернул, там ни пупырками, ни поролоном. Вот коробка помята конкретно, я слышу, и что-то в середине даже вот телепается. На почте мне сразу начали отмазываться, что они ни при чем, а так к ним и пришла, что если там что-то побито, это уже до этого было побито, они ничего и не делали, вот в таком виде она к ним и пришла. Да мне почтальон так сказал. Наклейки тут аж 3 штуки на ней. Первая наклейка была, вот она. Потом вторая наклеили. И третью уже наклеили Укрпочты. Здесь вот с этой стороны написан мой адрес. Здесь стороны написан обратный адрес Бориспольской таможни. Где там она прилетает в Борисполе, там ее растамаживает. Ну и здесь вот красивая надпись «Укрпошта Экспресс». За нее пришлось мне расписаться. То есть пришла или заказным письмом, или вообще бандеролью. Ну и давайте ж посмотрим, целый мой столик или нет, который я заказывал. Кстати, доставка была платная, аж 8 центов. Но по трек номеру, по которому дал мне продавец, определилось, что это SF Express, но написано, что посылка не найдена. Вот такие вот приколы. И вот так вот все ушатано. Вот такая вот она помятая. Вот здесь вот коробка конкретно деформирована. И здесь вот помятая. Но я же сказал, что я чувствовал, что коробка ушатана. В середине что-то у нас тут тарахтит, отваливается. Вот такой должен быть монтажный столик. Ну и давайте же откроем и посмотрим. Просто тут тарахтят железяки или отвалились. Так, тут на вроде ничего нет. Давайте же посмотрим сам монтажный столик. Я не знаю, должны телепаться вот эти штуки или нет. По идее, должны. Ну, пока мисть как бы немножко кривая какая-то, видите, тут неровная. Эти ножки как бы тоже на месте. Болтики на месте. Вот должна штука зажимать. Ну, как бы все на месте, по идее. Вот сюда вот должна вставляться плата. Вот сюда вот. И здесь вот так вот пружинкой зажиматься. Сейчас попробуем что-нибудь сюда вставить.
Плат я никаких под рукой сейчас не нашел, таких вот, которые в разобранном виде у меня, а нашел под рукой программатор. Ну, в принципе, как бы на программаторе можно показать, как эта штука работает. Значит, вот в эти пазы вставляется с одной стороны плата, а с этой стороны, вот со стороны пружины упирается тоже плата, и пружиной давится. Этой штукой регулируем, чтобы она вот придавила ее. И потом берем, все у нас так вот плотненько стоит, и паяем. Намного удобнее, чем это все делать на коленках, как я это делаю. И в моем случае было до этого не так, как поломка какая-то там сложная, большая, а просто вот там вот припаять какой-нибудь контакт на плате было неудобно, потому что она постоянно шевелилась, и там она отваливалась, и порой даже немного, а иногда и сильно это все бесить начинало. Здесь же вот все зажато, и паяй на здоровье, все классно, все отлично. В принципе, плата оказалась целой. Это телепались вот эти вот зажимы тарахтели. Ну, коробочка, конечно, да. Товарный вид потеряла. Возможно, продавец и специально это не упаковывает. То, что знает, что здесь биться, в принципе, как бы нечему. Поэтому вот на упаковке хорошей экономит. Дошла, кстати, мне эта посылка за 14 дней с момента заказа. То есть за 2 недели. Непонятно, чем, конечно, шла. Ну, зато дошла. 90 с копейками гривен стоит такая штучка. Заказов немерено у продавцов. Ну, некоторые матюкаются, что вот резиновые ножки у них отпадают. Но вроде как бы ножки у меня целые. Коробочка я смотрел в отзывах во всех. Такая вот помятая, то что он вот в таком вот пакетике всем отсылает. Так что вот такая вот прикольненькая штучка для тех, кто занимается радиопайкой, да или просто пайкой, очень полезная штука, чтобы вот зажимать платы, чтобы удобно было паять. Есть еще такая штука, которая называется третья рука. Я думаю, в будущем месте я тоже приобрету, но она стоит намного больше, чем эта штука. И пока месте я только заказал себе такую штуку, но думаю, в будущем и третью руку себе тоже закажу. В принципе, как бы все. Столик такой вот прикольненький. Железный, не пластмассовый, ножки резиновые, немного кривовато, но пойдет. Паять можно, плата стоит хорошо, не дергается, все устойчиво. Припаять, паять запросто можно. Ну, естественно, это рассчитано не на большие такие вот платы, потому что вы сами видите, что размер столика всего 12 сантиметров на 8. Поэтому, кто хочет себе такой классный монтажный столик, переходите по ссылке и заказывайте.